Судя по вашим лицам, дело плохо. Поэтому просто скажите, до какой степени. У вас мозговое кровотечение. Кровь будет накапливаться. Боюсь, операцию вы не перенесете. Один только возраст. Вы можете умереть. Или выиграть время. А время мне очень нужно. Я должна помочь ему научиться жить одному. Да я и сама хочу провести с ним побольше времени. Представляете, 60 лет оказалось мало. Как дела? Вам уже лучше? 16:22. Простите? 16:22. Время смерти. Вам надо его записать. Я запомнил. Теперь я должен сам о себе заботиться.